Здарова всем, ребятки, Кент пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите самый нубский клан Stand of 2. Как бы это странно ни звучало, но прямо сегодня вы все это увидите. Пожалуйста, ребятулечки, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал Кента ПК, ну а мы начинаем. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. С начала данного ролика хотел бы вам сказать то, что я ни в коем случае не хочу кого-либо оскорбить или задеть. Просто не надо играть с щитами. Буквально недавно мой подписчик скинул мне читера, который бустил всю свою команду, также бустил сам себя. Вы просто посмотрите на его щиты. Обратите внимание на этого наглого читера. Чувак тупо летает, плюс стреляет с АВП как с пулемета, ну это вообще норма? Это адекватный парень? Обратите внимание на его ник и на его клан. Плюс мой подписчик мне сказал то, что он видел, как читер играл вместе со своим кланом. Но знаете, о чем вопрос? Вопрос в том, что у всего его клана нубская стата. Но не такие нубы, вы даже не представляете. И давайте посмотрим на клан этого читера. Вначале рассмотрим аккаунт этого читера. То, что он читер, я думаю, уже ни у кого нету сомнений. Посмотрите на его ранг. Это рейнджер. Клан VLC. Обратно это же самый клан. КД 244. Общее время в игре 220 часов. То есть, ребятки, я думаю, тут уже и так всем все понятно, то, что парень читер. Но для меня непонятно только одно, то, что... Почему у него такой маленький КД? Скорее всего, он пытался не палиться, то, что он читер. Но мы-то, ребятки, его раскусили. Но самое интересное то, что сегодня, на момент съемок этого видео, читера нету в клане. И это при том, что клан бустился вместе с читером, как мне сказал мой подписчик. Ну а теперь самое интересное, давайте же посмотрим на этот забущенный клан, потому что вам всем интересно, кто же они, легенды, мастера, элиты, или возможно они сильверы? Кто его знает? Давайте смотреть. Лидер клана Карлос, погнали посмотрим. Новый ID, начинается на шестерочку, Gold 1. КД 1.83 и опять новый созданный аккаунт, ребятки. Меня это немножко напрягает. Новый созданный аккаунт и при том КД 1.83. Но возможно это просто хороший игрок, поэтому я на него ничего нагонять не буду. Но что же, давайте дальше смотреть на этот нуба-клан. Почему нуба? Да потому что только нубы могут к себе добавить читера и играть вместе с ними. Ну что же, у парня ник Stand of 2. Он, кстати, солидер клана. У него КД... 0.53, бронза 3. Теперь вы поняли, почему я снял это видео. Бронза 3, ну ребята, ну это просто испанский КД 0.53. Такое ощущение, что он стреляет одним пальцем. Даже не одной рукой, а одним пальцем. Общее время в игре 169 часов. И это при том, что у них в клане был читер, и они вместе с ним играли, камон. Ну а вдруг это только в соревновательном режиме? А так он вообще хороший игрок. Давайте посмотрим. Тут 0.51, еще ниже. Я никогда в жизни такого не видел. Обычно у всех в соревновательном режиме КД меньше, чем в обычном. Но только не у этого нуба-клана. 0.51, я просто ору. Поехали дальше. Дальше у нас идет Толик. А, это Товик. Опять новый созданный аккаунт. Но, ребятки, сразу обратите внимание на КД 0.75. Сразу вот этим вот КД ясно, с кем мы имеем дело. Смотрим дальше. А в общей статистике 0.79. Ну, хотя бы больше, чем в соревновательном режиме, уже хорошо. Точность АКР 7%, братан, ну ты буду вообще вслепую стреляешь. Точность в общей статистике 8,3%, блин, братан, ну походу вообще все плохо. И руфл в том, что это далеко не самый плохой игрок. Ну а сейчас, ребята, готовьтесь, вы увидите топ-1 игрока мира. Чемпиона мира по всем видам мира. Ну что же, поехали посмотрим на парня под ником Итаки. Внимание, давайте посмотрим на эту киберкотлету. О! КД 0.29, братан, полегче. Я просто в шоке, ребят. Ну как можно быть настолько нубом? 0.29. У вас же в команде, в клане читер был, читер. Ну не мог ты его взять. Ну хотя бы, ну что-то не так позориться. 0.29, ну камон, братан. Вот мне всегда было интересно, как выглядят те люди, которые играют примерно вот так вот. А вот они, вот они. Точность 5,5%. Он, ребятки, обошел совершенно всех. Это новый чемпион мира. Но и это не все. Давайте смотреть дальше. Также у нас есть парень под ником Марси Сенник ПЛ. Давайте посмотрим на этого красавчика. Ух, бронза 2. Ну ничего себе, он задрот. КД 0.97. Ребят, для этого клана это очень высокое КД. Тем не менее, даже выше, чем у меня. Но я-то Феникс. Так, ну что же.
КД в общей статистике 1.03. Поздравляю, ты один из немногих, у кого КД выше единицы. Точность 8%, процент визгоу 43%, ну, ребятки, в принципе, не все так плохо, честно, не все так плохо. Ну, а сейчас вы увидите парня, который состоит одновременно в двух кланах. Первый клан это вот этот, VLCU, а второй клан это Snay Army Саша. Ребят, когда я вижу Snay Army в нике, то меня сразу перетряхивает. Snay Army, ребят, надо с уважением произносить Snay Army Саша. Давайте посмотрим на этого красавчика. Сашуня, не огорчай нас. Пожалуйста, лишь бы у тебя был не новый созданный аккаунт. И 73 часа в онлайне. Ну, понятно, это новый созданный аккаунт. Бронза 2, братан, ну чё-то всё хуже и хуже. 21 уровень. Нормально, нормально, нормально. КД 1.03. Блин, даже у него КД выше, чем у меня. Ну, просто он играет с бронзами, а я играю с фениксами и рейнджерами. Вот поэтому у меня КД маленькое. Но, тем не менее, 1.1 я бы его точно выиграл. Точность 11%. Ну, ребят, сразу видно рука Snay Army. Сразу видно парень красавчик. Любимое оружие АКР, МК и UMP. Ну, в принципе, не все так плохо. Но, опять же, ребят, это новый созданный аккаунт. Я не понимаю, почему в этом клане все новые аккаунты. Возможно, это как-то связано с щитами. Вот я вот думаю. Ну, хоть кто-то не позорит имя этого клана. У него КД 1.25. Ну, как не позорит, если учитывая, что он состоит в клане Snay Army, потому что у него приставка Snay Army, и потом еще и в этом клане. Ну, это просто ор выше гор. Ну, что ж, дорогие друзья, пожалуйста, никогда не играйте с щитами и не буститесь вместе с читером, иначе вы попадете в видео Кента ПК. Ну, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.